Всем привет, мои дорогие! Вчера, когда я возвращалась с набережной, долго наблюдала за этими уточками, гусями, куропатками, чайками, как их называть, называйте по-своему, за этой живностью. И так интересно наблюдать. Успокаиваешься, тут птенцы увидела, у кого-то появились. И все борются за место под солнцем. Вот из всех, из такого количества живности увидела только три маленьких птенца. И мамочка возле них хлопочет, охраняет, оберегает, как мы своих деток, которые всегда для меня, нас будут детьми, несмотря на возраст их, несмотря на то, что у них свои дети, а мы всегда думаем о наших детях. Самое главное, желаем им мирного неба, такого солнца. Мои дорогие, люблю вас всех. И поесть нечего. А мы иногда порой злимся на то, что у нас нету того или другого. Смотрите, некоторым как трудно жить. И не то, что животным, людям. Так что поэтому цените то, что имеете. И благодарите Бога и Вселенную.